«Заяви о себе красиво и с достоинством». Проект DS Plus Plus Coin появился на порталах Reddit и CoinDar. Здесь токен-холдеры могут следить за новейшей информацией, обновлениями, календарем событий и оперативными курсами монет. На портале Reddit зарегистрированные пользователи обычно выкладывают ссылки на информацию, которая интересна как специалистам, так и обычным людям. Портал имеет около 40 миллионов пользователей, а средняя посещаемость сайта – более миллиарда в месяц. Другой портал CoinDar отражает предстоящие события, относящиеся к топовым криптовалютам. Здесь же публикуются прогнозы стоимости валют, портфолио инвестиций, сайт мониторит социальные сети и обеспечивает информацией раньше других ресурсов. Компания PlusCoin сделала свой выбор.